Актуальные вопросы, важные темы, компетентные мнения. Здравствуйте, в эфире Первого Мытищинского, итоговая программа. Меня зовут Юлия Федориненко, и прямо сейчас мы расскажем о самых значимых темах этой недели. 4 ноября россияне отмечают День народного единства. Этот праздник установлен в честь важного события в истории нашей страны – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен ко дню Казанской иконы Божьей Матери. В преддверии этой даты в Доме правительства состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого государственные и областные награды вручили отличившимся жителям Подмосковья. В числе награжденных – сотрудник Мытищинского филиала «Мособлэнерго» Николай Козырицкий. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Московской области». День народного единства помогает почувствовать, что все мы граждане одной страны, большой и великой. Во все времена, в сложные для нас минуты, мы умеем забыть о разногласиях, объединиться и справиться с трудностями. У нас общие цели – это мир, развитие России, комфорт и благополучие наших детей. Сегодня перед нами стоят серьезные задачи, и они указаны и в майских указах президента, и сама жизнь говорит и показывает нам то, что нужно делать в приоритетном порядке. Очевидно, что добиться результата мы можем, только объединив усилия. На этой неделе Мытищинскому водопроводу исполнилось 215 лет. Инженерное сооружение, известное со времен Екатерины II, уникально как в историческом, так и технологическом плане. Именно отсюда началось развитие системы централизованного водоснабжения Москвы и России в целом. Это знаменательное событие отметили во Дворце культуры Яуза. Там состоялось торжественное мероприятие. На празднике были вручены грамоты заслуженным работникам, прозвучали поздравления и пожелания дальнейшего развития. Алла Сталаева с подробностями. Показатели качества воды в городском округе Мытищи считаются одними из лучших на территории Московской области. Сейчас водоканал – одно из самых современных предприятий в муниципалитете. А возраст в 215 лет говорит о том, что история Мытищинского водопровода уникальна и хранит в себе различные вехи. Сколько всего пережито, сколько всего было. Это целая история, пожалуй, не один водоканал. И ни один водопровод в России не сможет рассказать того, чего происходило здесь. Ну, по сути дела, водоканал, водопровод питал Москву, столицу нашей родины. Юрий Уланов поздравил коллектив предприятия от имени главы городского округа Мытищи Виктора Азарова и вручил почетные грамоты. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Московской области была отмечена Татьяна Байгушкина. Она работает в Мытищинском водоканале уже почти 23 года. Работа ответственная. Следим за оборудованием, следим за работы насосов, чтобы вода поступала все время к людям в дома, в квартиры. Большой коллектив предприятия ежедневно трудится над тем, чтобы вода из наших кранов всегда была чистой и вкусной. Только вдумайтесь в эти цифры. 29 водозаборных узлов, 102 водопроводные насосные станции третьего подъема, 22 станции водоподготовки, 318 километров канализационных сетей. Все это хозяйство растет и совершенствуется с каждым годом. Жизнь не стоит на месте, она все время перетекает. А ваша работа вообще постоянная. И действительно, вот за этой цифрой 99,7% чистой воды стоит колоссальная работа всего коллектива. Потому что наши жители, не задумываясь, открывая кран, и когда вода льется, какая колоссальная работа всех вас за этим стоит. За многолетний добросовестный труд и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности были награждены сотрудники водоканала почетными грамотами Московской областной думы, а также Совета депутатов городского округа Мытищи. По окончанию университета эта организация стала для меня очень близкой. От всего сердца, от всей своей души поздравляю с этим праздником всех работников не только Мытищинского водоканала, но вообще всех работников ЖКХ, можно так сказать.
Среднесуточный объем подачи воды за первое полугодие составил 65 тысяч 600 метров кубических в сутки. Это большие показатели, обеспечивать которые не так-то просто. Но руководство предприятия не останавливается на достигнутом и решает все более значимые задачи. Одна из главнейших задач – это улучшение качества воды. Главный водозаборный узел, который находится на территории Лосиного острова, там, к сожалению, до сих пор нет станции водоподготовки и очень большой процент железа. Мы за это переживаем. Пока в рабочем порядке с федеральным государственным бюджетным учреждением Национального парка Лосиный остров договоренность есть. Проект есть, финансовые средства есть. Сейчас это утвердится все в Министерстве природопользования и экологии. И мы приступим к строительству станции водоподготовки. После официальной части для всех гостей праздника была подготовлена концертная программа. Свои номера представили группа «Доктор Ватсон» и мытищинские творческие коллективы. Сначала я забыл морчком, сначала осень была дождем, хлеб начинает расти зерно. Много важных событий было в истории нашего города. И уже спустя годы становится все труднее представить себе, какими были Мытищи, к примеру, 120 лет назад. Но оказывается, увидеть все это возможно на фотоснимках, которые сохранились в семейных альбомах Сергея Васильевича Челмакова. В его архиве 1500 стеклянных диапозитивов, отражающих бурную жизнь Москвы и размеренную Мытищ начала 20 века. В коворкинг-центре «Старт» прошла презентация творческого наследия фотомастера. С подробностями Сергей Берзин. В Мытищах кирпичный завод купцов Челноковых появился в 1874 году. Клеймо товарищества братьев Челноковых было известно по всей России. Мытищи тогда были своеобразным летним культурным центром. Челноковы быстро вписались в эту жизнь, завели много знакомств. Это было семейство, очень тесно связанное с определенной культурной и вот такой художественной жизнью. Из кирпичей, завода, который находился здесь в Мытищах, построен, например, МХАТ, здание МХАТа. Дмитрий Новиков – правнук одного из братьев, Сергея Васильевича Челнокова. Он был не только членом правления товарищества, но и входил в попечительский совет Третьяковской галереи. Искусство интересовало больше, и он оставил большое наследие – фотографии Москвы и Подмосковья начала 20 века. Есть надпись «Мытищи, 1900 год». Вот эту фотографию сегодня мы увидим в нашем фильме. Она была с начала новой эпохи, и фотограф как-то пытается вот символизировать начало этой эпохи. Он выходит на прогулку по Мытищам. Кажется, какая безделица. Эта прогулка по знакомым улицам была для современников. Но нас сегодня, более чем через 100 лет, захватывает каждый кадр, каждый уголок далекого прошлого своего города. Далекого, но узнаваемого и близкого. Многие фотографии, а они хранятся на стеклянных пластинках, диапозитивах, еще предстоит оцифровать. Эта технология позволяет рассмотреть их в 3D-формате. Время все изменило, но что-то оставило неизменным. И оно дорого нам. Еще одну важную дату отмечали на этой неделе – День памяти жертв политических репрессий. Трагедия первой половины 20 века коснулась судеб очень многих граждан страны, попавших в жернова массовых арестов, выселений, расстрелов. Памятной датой послужили события 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР. С тех пор советские политзаключенные ежегодно отмечали 30 октября как День политзаключенного. Официально День памяти жертв политических репрессий впервые был отмечен в 1991 году в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР. Ежегодно памятные мероприятия проходят и в Мытищах.
Ежегодно 30 октября вся страна вспоминает всех, кто был подвергнут политическим репрессиям. В Мытищах этот день начался с молебна в Донском храме. Священник Дмитрий Дружинин провел панихиду по тем, кого уже сегодня нет. Вечное пламя души их облагих водворяного отца. Сталинские репрессии коснулись многих семей. Все эти истории закончились по-разному. Кого-то расстреляли, кто-то вернулся домой через два десятка лет. У Светланы Степановой родители были репрессированы из Приморского края. Семья у нас была большая очень, имея в виду старших. Я-то родилась уже в спецпоселении, там это в Казахстане нас выселили. С каждым годом все меньше и меньше становится людей, которые могли бы сюда прийти, хотели бы, но не в состоянии физически. Но они полны оптимизма, как можно сказать, смирились со своим состоянием здоровья, ну, принимают как есть. Как я говорю всегда, сегодня, если не хуже, чем вчера, это уже хорошо. 30 октября 1974 года была проведена совместная голодовка узников мордовских и пермских лагерей. Ее объявили в знак протеста против проводимых репрессий и унизительного, бесчеловечного обращения с политзаключенными в тюрьмах и лагерях. Впоследствии такие же голодовки проходили ежегодно 30 октября. А начиная с 1987 года стали проводиться в городах и демонстрации. На протяжении десятков лет, ну практически 30-40 лет в стране продолжалось уничтожение собственного народа. Фактически, вообще-то, это геноцид называется. Тогда были расстреляны миллионы людей, ни в чем не повинных. А миллионы людей были отправлены в тюрьмы и лагеря, где от непосильных работ и голода подавляющее большинство из них умерло. Населению России не удалось избежать политических репрессий, и эти кровавые события навсегда останутся в летописи истории страны. Сотни тысяч людей были подвергнуты жестоким расправам, казнены, сосланы в лагеря, ссылки, специальные поселения. Пострадали также близкие и родственники репрессированных. Замечательно, что мы это помним, то, что мы и останется в наших действительно сердцах. И, конечно же, я всегда хочу то, что по возможности действительно рассказывать это все-таки больше детям. Потому что это наше будущее. Мы должны помнить этих людей, и мы помним. Памятник рядом со строящимся храмом Донской иконы Божьей Матери установили в 2013 году. Ежегодно в конце октября здесь проходят встречи и митинги. Почему родился вот этот памятник? Они всегда приходили и говорили: Владимир Григорьевич, хоть я и не был председателем Совета ветеранов, нам негде поклониться, нам некуда цветочек принести. У нас нет своей могилки наших родителей. И поэтому они просили какое-то место. Мы долго думали, хотели возле храма, который новый появился в Мытищах, там поставить камень закладной, и чтобы они туда приходили. Они говорят: нет, нам надо отдельно. Почтили памяти, возложили цветы и у вечного огня. Официально в России пострадавшими в политических репрессиях признаны 12 миллионов человек. Общее число людей, попавших под гонения, до сих пор точно неизвестно. В следующем году во всем мире и особенно в России широко отметят 75-ю годовщину Великой Победы – победы над фашизмом. И уже сегодня городской округ Мытищи присоединился к участникам проекта «Историческая память», чтобы 9 мая 2020-го встретить праздник на высоком уровне. В ближайшие полгода планируется реставрировать памятники, установленные в честь тех, кто сражался за Родину с 1941 по 1945. Средства будут выделены из федерального бюджета. Инициатором и куратором мероприятия стала партия «Единая Россия». Накануне мытищинские единороссы подвели первый итог. Слово Надежде Звягинцевой. Так началось заседание фракции «Единая Россия» Совета депутатов городского округа Мытищи. Депутаты возложили цветы к памятнику землякам-мытищинцам во славу ратного и трудового подвига в годы Великой Отечественной войны. В ближайшие месяцы монумент будет закрыт на реставрацию. Сегодня мы начинаем свою работу от главного памятника, который у нас находится в городе, «Вечный огонь». Мы будем обсуждать сегодня вопросы, что необходимо нам подремонтировать к большой годовщине 75-летия войны. Работа начнется в марте 2020 года. Уже составлена дефектная ведомость, подготовлены другие необходимые документы. Запланированы работы по ремонту гранита.
То есть те места, которые плиты целые, но они... Ну, то есть вот то, что нуждается в ремонте, да, вот это вот, да, отходящие, да, части, да, да, вот, да, это все будет крепиться, и также зачистка элементов из металла. Бронзового. Да, бронзового. А с самим памятником что-то планируется? Зачистка, я не знаю. Да, естественно. Там, я не знаю, приведение металла, да, какие-то, да, приведение работы, металла от так называемых соляных подтеков. В порядок будут приведены и другие памятные места, посвященные событиям 1941-1945 годов. Их на территории городского округа Мытища более полусотни. Средства на реставрацию монументов и захоронений выделены из федерального бюджета. Инициатором проекта, который получил название «Историческая память», стала партия «Единая Россия». Она же курирует это мероприятие. Работа должна быть завершена до 9 мая 2020 года. В этот день россияне отметят 75-летие Великой Победы. По линии партии у нас назначены ответственные кураторы, члены нашей партии по всем нашим направлениям, по всей территории. На территории городского округа Мытища в настоящий момент более 80 памятников, посвященным нашим землякам, мытищенцам, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Причем сейчас речь идет не только о памятниках, расположенных на муниципальной земле, но и о тех, что стоят за оградой мытищенских предприятий или на частных территориях. Единороссы уже выяснили, какие из них нуждаются в реконструкции. Владельцам будет рекомендовано в указанный срок привести их в порядок. Ветеранов Великой Отечественной войны у нас остается те, кто может отдать память, прийти к этим все меньше и меньше. И хочется, в первую очередь, отдавая память всем мытищенцам, которые не пришли с полей сражений, тем, кто это еще помнит и всем у нас сейчас жив, чтобы они увидели действительно, как говорится, наши старые памятники, но в обновленном состоянии. Я думаю, что это задача наша общая, всего наших жителей городского округа. Детали мероприятия депутаты обсудили с однопартийцами на собрании местного отделения партии «Единая Россия». Кроме того, сообщил Андрей Гореликов, к 75-летию Великой Победы планируется назвать улицы городского округа Мытищи в честь его жителей, героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Напомню, в муниципалитете уже существуют бульвар Распуповой, улицы Селезнева, Калинина. Тем временем на памятнике землякам-мытищенцам во славу ратного и трудового подвига в годы Великой Отечественной войны высечены более десятка имен мытищенцев, заслуживших эти высокие награды. Герои нашего следующего сюжета о войне знают не понаслышке. Им было не больше 5 лет, когда весь мир праздновал победу. Сегодня они могут с гордостью похвастаться успехами в своей семейной жизни. В мытищенском отделении ЗАГС на этой неделе чествовали тех, кто в этом году отмечают золотую, изумрудную и алмазную свадьбы. Поздравила супругов-долгожителей начальник управления по социальной политике администрации городского округа Мытищи Наталья Тыр-Григорьян. Мероприятие проходило в рамках программы «Активное долголетие». Кирилл Тридуб продолжит. Активное долголетие существует и в супружестве. Достаточно взглянуть на эти милые пары. В этом году они отметили 50, 55 и даже 60 лет совместной жизни. За их плечами огромный опыт создания домашнего уюта, семейного очага, а главное – сохранение любви. Людмила Федоровна и Юрий Александрович Бачурины вместе уже 6 десятков лет. В далеком 1958 году они познакомились на танцах, и с тех пор их невозможно разлучить. Какой совет супруги могут дать парам, которые только начали свой путь? Чтобы относились друг к другу внимательно. Ну все. И мир, что было? Да, мир. Самое главное – мир в семье. Прожили 60 лет уже. И дети есть, внуки есть. Все хорошо у нас. И правнуки есть. А секрет вот такого семейного счастья – 60 лет – это такой ведь большой срок. Любить друг друга и целоваться. Считается, что семьи, родившиеся в советскую эпоху, отличаются верностью и крепкими отношениями. У каждой из этих пар есть внуки и даже правнуки, для которых такие крепкие узы – предмет гордости и пример для подражания. Песней «Бабушка рядом с дедушкой» почетных гостей поздравил детский творческий коллектив ДК «Яуза». –
Затем с поздравительной речью к юбилярам семейной жизни обратилась начальник управления по социальной политике городского округа Мытищи Наталья Тер-Григориан. Вы вместе прошли и радости, и невзгоды. Самое главное, что вы передали свой богатый жизненный опыт своим детям, ваши дети своим детям, то есть вашим внукам. И, наверное, у многих или у некоторых уже есть и правнуки. И это замечательно, потому что еще раз хочу сказать, что самые добрые традиции закладываются в семье. В этот праздничный день каждый из супружеских пар вручили подарки и поздравительные открытки от имени главы городского округа Мытищи Виктора Азарова. Это торжество, как и первый день встречи, останется в памяти каждого из присутствующих надолго. Сели на велосипеды и поехали кататься. И больше не расставались. 8 августа 69 года они вступили в брак. Приглашенные еще долго не могли расстаться. Юбиляры общались друг с другом, вспоминали истории из жизни, делились секретами. Однако больше всего их опыт необходим молодому поколению. Долгие годы совместной жизни – это нелегкий труд. И хорошо, что есть с кого брать пример. Еще один юбилей отметили в школе номер 26. В конце октября общеобразовательное учреждение отмечает 45-летие с момента открытия. За это время школа добилась высоких достижений и гордится своими учениками. Педагогический коллектив и учащиеся устроили настоящее торжество. Алла Сталаева расскажет, как прошел праздник. Школа для каждого человека ассоциируется с одним из прекрасных этапов жизни. Здесь из детей каждый из нас превращается во взрослого человека, у которого уже есть жизненные ориентиры и понимание того, кем мы хотим стать. В 26-й школе уже на протяжении 45 лет воспитывают именно таких ребят – целеустремленных, идейных и трудолюбивых. Именно они совместно с педагогическим коллективом образовательного учреждения подготовили для учащихся и гостей школы настоящий праздник. 45 лет. Такой праздник, мы как бы празднуем день рождения школы, но школа – это не только стены. Для нас школа – это наш дом, но вот дом не в смысле здания, да, не только в смысле здания, а дом в смысле всех тех, кто его наполняет. Праздник начался поздравительными словами. Ко всем присутствующим обратилась заместитель начальника управления образования Ирина Сухорукова. Школа 26 всегда лидер в инновации. В прошлом году ребята вместе с учителями вступили в очень интересный проект, который называется «Билет в будущее». Этот проект направлен на то, что каждый выпускник должен точно знать, какую профессию ему выбрать. Именно профориентирование является важным направлением работы современных образовательных учреждений. Да и педагоги только способствуют этому. Юлия Власова, учитель русского языка и литературы, трудится в школе уже 33 года. Она один из любимых наставников в школе. Наверное, когда работаешь в школе, каждой частичкой своей души прикипаешь к этому. Поэтому выпускников очень много. И они были разными. Я очень люблю детей, которых выпускаю. Мне с ними комфортно. И, наверное, невзирая на мой возраст, мне уже 64 через два дня, я, наверное, еще два года-то точно буду работать. Поэтому это здорово, и мы молодеем с детьми нашими. В день юбилея педагогам школы были вручены грамоты главы городского округа Мытищи, управления образования, а также совета депутатов. Любовь Кикот поздравила весь педагогический коллектив со знаменательным событием. Огромное спасибо, действительно, мне очень приятно, что я всегда нахожусь в стенах вашей школы, что вы процветаете, по крайней мере, вы стабильны. Вы достижения, огромные, я хочу сказать, за вот эти 20 лет, которые я наблюдаю школу, это действительно огромные достижения. У вас улучшился и внешний вид, вы провели ремонт, вы открыли бассейн. У вас стабильный творческий коллектив. Сейчас педагогический коллектив насчитывает 53 человека. Опытные учителя передают знания молодым. Одно из главных направлений учебы – экологическое. На базе учебного заведения действует секция «Юные исследователи». Школа растет и развивается, ставя все новые задачи. Мне понравилось, как школа реконструировалась. Она же реконструировалась в какой-то там период времени. Вот. И после этого она стала очень новой. И, в принципе, в нее стало более приятно ходить, если честно.
Да так больше пожеланий нет, разве что учителям побольше терпения и все. Я в этой школе учусь с 1 класса по 11, в этом году я уже выпускаюсь. И на самом деле вот именно в этой школе произошли вот, ну, от самого детства до юношества. Сейчас начнется студенческая жизнь. И я очень рада, что учусь в этой школе. Сейчас в 26-й школе обучается 860 детей. Самые талантливые из них в день юбилея подготовили для гостей праздника концертную программу. Ребята читали стихи, пели и танцевали. И еще о праздничных датах. 29 октября профессиональный праздник отметили сотрудники вневедомственной охраны подразделения Росгвардии. Они охраняют особо важные и режимные объекты, имущество людей и коммерческих организаций, а также следят за общественным порядком. На этой неделе мои коллеги побывали в расположении Мытищинского отдела вневедомственной охраны. Его сотрудники показали, как проходит задержание злоумышленников, покусившихся на чужую собственность. Надежда Звягинцева продолжит. Тайга Платоновки, связь. На связи. Записываем. 15:35 поступил сигнал тревога с квартиры Иванов. Работала входная дверь. Принял. Сегодня не только предприниматели, но и рядовые горожане предпочитают быть готовыми ко встрече с незваными гостями. Все чаще в обычной квартире можно обнаружить тревожную кнопку. Интересно, что сегодня тревожная кнопка может сработать не только при появлении в квартире чужака. Другие непредвиденные обстоятельства, например, пожар или потоп, также активируют сигнал о помощи. Помогали людям. У кого-то затопило квартиру, выключился свет. Значит, люди отдыхают, уехали надолго отдыхать. Соответственно, нет света, течет вода. Срабатывает сигнализация, приезжает группа задержания, обнаруживает. Начинаем поднимать хозяев квартиры, их родственников, бить тревогу, помогать переключать воду, вызывать сантехников. Даже вот так, ну, как бы такие приходится иногда выполнять функции. Это лишь только задач, возложенных на сотрудников вневедомственной охраны. Сегодня, 29 октября, они отмечают свой профессиональный праздник. 29 октября исполняется 67 лет внешней охраны России. Служба, которая прошла свой путь от охраны объектов с помощью сторожей, с берданкой, до современных систем обеспечения безопасности с помощью технических средств и реагирования на это нарядами групп задержания. Обычай чествовать сотрудников вневедомственной охраны 29 октября берет начало в Советской России. В этот день, в 1952 году, Совет министров Советского Союза постановил создать специальную службу для защиты объектов народного хозяйства, правительственных зданий и учреждений. Позднее ее личный состав стал считать эту дату своим профессиональным праздником. Интересно, что до сих пор торжество носит неофициальный характер. Событие не закреплено главой государства в перечне памятных дат. Однако это нисколько не умаляет заслуги тех, кто сегодня охраняет особо важные режимные объекты, имущество людей и коммерческих организаций, а также следит за общественным порядком. На улице сотрудники местной охраны и задерживают преступников, и предотвращают преступления. Вот последний пример, допустим, 1 октября два сотрудника, значит, на улице Лекатной задержали мужчину, который разбил стекло в машине, успел украсть там регистратор, электроинструмент, который был в машине, и мои сотрудники его задержали. Злоумышленник, попытавшийся проникнуть в квартиру, пока ее хозяйка находилась на работе, также был оперативно, без лишнего шума, задержан. Разумеется, подвергать гражданских опасности сотрудники вневедомственной охраны не стали. Для съемочной группы телеканала «Первый Мытищинский» они организовали постановку. Однако реальность мало чем отличается, говорят они. Через 3-10 минут после того, как срабатывает сигнализация, группа быстрого реагирования появляется на охраняемом объекте, и вор, если не покинул приглянувшуюся ему квартиру, испугавшись шума, отправляется в камеру.
Работа у сотрудников Росгвардии опасная и очень ответственная. Но люди туда идут сознательно и выбор делают по зову сердца. Ответственные и правильные решения принимает и современная молодежь. Мальчишки и девчонки сегодня все чаще вступают в ряды Всероссийского, детско-юношеского, военно-патриотического, общественного движения «Юнармия». В Мытищах таких ребят больше всего в школе номер 31. В перспективе юнармейские классы появятся во всех общеобразовательных учреждениях муниципалитета. Об этом шла речь в ходе семинара для заместителей директоров по воспитательной работе. Это ученики 7 Ю. Почему Ю, спросите вы? Потому что класс юнармейский. Ни в одном из общеобразовательных учреждений города таких не существует. Но это пока. Заместителям директоров других школ провели семинар, в ходе которого рассказали об истории появления таких классов и их задачах. Юнармия – это отдельная вообще наша гордость, потому что дети совершенно отличаются от остальных детей своей организованностью, своей дисциплиной, своей целеустремленностью. Поэтому мы с поддержкой общественности и поддержки желаний, огромным желанием детей, пытаемся создавать эти классы. У юнармейцев особый режим дня. Каждое утро в 8:00 общее построение и зарядка. Потом мальчишки и девчонки идут на уроки. Изюминкой юнармейских классов является их насыщенная внеурочная деятельность. Школьники посещают экскурсии, устраивают турпоходы, лагеря, встречаются с ветеранами и участвуют в благотворительных акциях. Все это было представлено в фильме, который продемонстрировали гостям. Видеоотчет произвел впечатление, и представители других школ изъявили желание показать его в своих учебных заведениях. Если вы разрешите, мы будем очень рады. Конечно, потому что такой пример голословно, это, можно сказать много о юнармейском движении, но показав этот фильм, можно сказать еще больше. Еще больше о юнармейцах могут сказать только сами участники движения. Алексею Кирсанову 10 лет. Ему предстоит сегодня дать клятву юнармейца. Почему он в таком юном возрасте решился на этот ответственный шаг? Учат нас как бы защищать родину, учат этому. Потом есть строевая подготовка. Всем как бы нравится в этом классе. И всем, собственно говоря, хочется попасть сюда. А почему ты решил попасть в юнармию? Потому что как бы мне это захотелось, и я, собственно говоря, хотел защищать родину. А вот Даниил Куксов из 7 Ю уже получил значок и удостоверение юнармейца 2 года назад. Сейчас он уже твердо решил посвятить свою жизнь служению родине. Я также принимал присягу, давал клятву. Для меня это было очень волнительно, и я запомнил это реально на всю жизнь. Почему ты решил стать юнармейцем? Потому что я хочу связать свою жизнь с чем-то большим. Пойти в полицию или в военное училище попасть. Под вынос государственного и юнармейского флагов наступила торжественная часть. И после гимна России юных армейцев представляют грамотам и медалям за особые заслуги. Далее небольшое показательное выступление по строевой подготовке, а затем вокальный номер от воспитанников и их наставников. Настало время церемонии посвящения в юнармейцы. Об этом мечтают многие четвероклашки, поэтому с таким любопытством и наблюдают за принятием торжественной клятвы. Кстати, желающих поступить в такие классы много, и они даже выстраиваются в очередь. Я вступаю в ряды юнармии, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству и юнармейскому братству. После произнесенных слов клятвы каждый юнармеец получил заветный значок. Теперь на этих ребят ложится особая ответственность и обязанности. В столь юном возрасте быть частью братства и защищать честь Родины стоит очень многого. Дай секретарь юнармейского штаба. Юнармейцы 5 Ю класса к торжественной клятве юнармейца приведены. Наставник, подполковник запаса Голубев. Поздравляю вступление в ряды юнармии! Ура! Одним из почетных гостей мероприятия стал председатель Совета депутатов городского округа Мытища Андрей Гореликов. Он поздравил детей и их родителей с памятным днем, а также пообещал ребятам из нового юнармейского класса, который посвящен военно-морским силам, небольшой подарок. Я сегодня с радостью сообщу нашему подшефному кораблю, что у нас появился такой военно-морской взвод, и мы наладим тесные шефские связи именно с этим классом, для того, чтобы ребята, родители смогли все побывать на борту нашего корабля с таким очень гордым названием, как...
Мытищи, правильно. Под вынос знамен праздничное мероприятие завершилось. Но это еще не конец истории. Впереди у этих ребят долгий путь, путь доблести и славы. И пусть пройдут они его достойно, превознеся и защищая честь нашей Родины. А еще в Мытищах растет число добровольцев. У нас на этой неделе даже состоялся первый всероссийский слет волонтеров, куда съехались более 200 представителей из 17 регионов страны. Его инициатором выступила общественная организация «Общее дело». Мероприятие посвятили популяризации здорового образа жизни, профилактике аддиктивного поведения, употреблению психоактивных веществ, в первую очередь среди несовершеннолетних. Подробности в материале нашего корреспондента. Программа всероссийского слета волонтеров насыщена и разнообразна. Все дни рассчитаны по минутам. От зарядки с чемпионом к мастер-классам и конкурсам проектов. Предусмотрен даже вечерний костер, как дань традиции. Но это, если хватит времени. Ведь главное, предстоит столько встреч и общений. Мы организация, которая существует в 47 регионах нашей необъятной страны. 200 тысяч человек – это аудитория тех людей, которые участвуют в программах, которые проводят волонтеры нашей общественной организации. Но самое главное направление работы – организация программы «Равный равному». Речь идет об активной антиалкогольной и антинаркотической профилактике в школах самими учениками. Как говорят психологи, подростки после 12 лет меньше доверяют взрослым, но более охотно слушают сверстников и с ними обсуждают свое отношение и к алкоголю, и к наркотикам. В этот момент так важно удержать их от непоправимого. У медиков это называется первичной профилактикой. И как важно, что ей занимаются сами подростки. Мы общественная организация, но, по сути, сегодня подменяем целый инструмент профилактической работы, который призван делать там Минздрав, там еще какие-то направления. Мы понимаем, что сделать эффективно, сделать правильно можно только, если у тебя есть понимание, что это очень важно, нужно, это должно идти от сердца. Но, может быть, это слишком сложная задача для подросткового возраста. Тем более, что им самим приходится общаться и с более младшими школьниками, о чем рассказали наши знакомые из Мытищинского школьного парламента. Мы занимаемся профилактикой, мы общаемся о том, чтобы это... Мы объясняем детям, почему это нельзя употреблять. На сегодня эта задача сравнима с государственной по важности. Мотивация активного, здорового образа жизни. Без этого нет будущего для целых поколений. Да, то есть задача прийти к ним вовремя и сохранить их. Сохранить их потенциал, приумножить. Значит, добро будет прирастать добром. Если мы с вами создадим здоровый коллектив в отдельно взятой школе, то он будет прирастать ребятами, которые никогда не уйдут вот в эту червоточину. Это будущее нашей страны? Все правильно. Каким увидят будущее эти ребята, зависит и от них тоже. Пока символ будущего для них вот такой симпатичный трехцветный галстук. Его придумали волонтеры из Омской области. Желтый обозначает цвет солнца, тепла ко всем окружающим. Зеленый – символ молодого поколения, всего живого на земле. Красный – олицетворяет дружбу, единство, отвагу и любовь к своей родине. Три главных цвета времени. Они не только в мечтах и символах, они в нашем общем деле. Больше всего волонтеров, конечно же, среди школьников и студентов. Хотя у них и своих забот хоть отбавляй, они помогают тем, кто нуждается в помощи. Но осенью перед ними порой стоят другие первоочередные задачи. Влиться в новый коллектив, к примеру, если речь идет о студенчестве. В Мытищинском филиале Московского государственного строительного университета состоялось традиционное посвящение в студенты. 80 первокурсников прошли эту торжественную процедуру. Кстати, многие из новичков уже успели войти в состав студенческого актива и зарекомендовать себя с положительной стороны. С подробностями Кирилл Тридуб. В начале каждого учебного года Мытищинский филиал МГСУ устраивает праздник – День первокурсника. Но почему так поздно, спросите вы, ведь с начала семестра прошло 2 месяца. К этому времени студенты уже успели познакомиться с преподавателями, освоиться в аудиториях, начать осваивать основную образовательную программу. И помимо этого они активно уже проявляют себя в творческой, культурной жизни университета. И к сегодняшнему вечеру они подготовили
интересные, творческие, креативные номера. Только по прошествии времени, после знакомства с университетом, можно считаться студентом. Одним из них сегодня становится Михаил Русанов. Он уже успел вступить в студенческий актив и наслаждается жизнью в университете. У нас будет вальс, у нас будет много танцев, мы будем петь несколько песен. Также будет от нашей группы сценки. Мы уже все разукрашены, готовы, меня еще успеют накрасить. Будет очень много всего интересного. Под вынос флага университета началось торжественное мероприятие. Со вступительным словом выступил заместитель директора Александр Алексанин. Он пожелал ребятам плодотворной работы не только в учебном процессе, но и в науке, творчестве. В числе почетных гостей на празднике помощник заместителя генерального директора по работе с общественностью АО «Мытищинская теплосеть» Надежда Тисовская и первый заместитель генерального директора группы компании «Монолит» Юрий Молодит. Эти организации уже не первый год сотрудничают с университетом. И с каждым годом отмечают серьезный уровень подготовки выпускников. Да, конечно, они проходят у нас производственную практику, преддипломную практику. И многие из тех, кто получил образование и диплом в стенах университета, проходя практику у нас, они остались и работают на нашем предприятии. И очень успешно работают, уже являются руководителями. В нашей компании работает где-то порядка 7 специалистов. Ну, очень себя хорошо зарекомендовали. Это и работники линии, сметчики, плановики. Так что все нормально. Не забыли и про старшекурсников. Их наградили грамотами за активное участие в студенческой жизни. Затем со своими творческими номерами выступили новоиспеченные студенты. На сцене исполняли вальс, пели песни и, конечно же, показали несколько юмористических номеров КВН. ЗОЖ – это мы. Занятие по душе найдется для каждого. Студенческий спортивный клуб. Еще советский поэт Эдуард Осадов писал, что есть такая нация – студенты, веселый и особенный народ. Многие описывают студенчество как лучшие годы своей жизни. Это время новых друзей и веселья, преодоления трудностей и приобретения навыков. Торжественная часть закончилась, и самое интересное в посвящении всегда остается за кадром. И в завершении выпуска о спортивных событиях этой недели. В дни школьных каникул спортивная жизнь детских дворовых клубов активизируется. Появляется свободное время для проведения контрольных соревнований по дополнительным видам спорта. Среди них стрельба из малокалиберной винтовки или по броскам в дартс. Тут нужна собранность и меткость, чего многим не хватает. На стадион «Торпедо» с утра потянулись группы школьников. В тире спортивного комплекса – командные соревнования. Но большинство участников интересуются его личными результатами. Насколько тверда его рука и меток глаз. Подчас немногим удается справиться с непослушной винтовкой и найти цель в 10 метрах, хоть рядом и электронный корректор мишени. Выбить 50 очков из 100 – это уже хороший результат. Немногим это удается. Видно, что очень популярная в прошлом воздушка сегодняшним школьникам в диковинку. А вот пульт компьютера привычнее. Другое дело – дротик дартса. Он более интересен. Хотя и взрослые его давно облюбовали для своих игр. Ведь можно проверить себя. Это хорошие броски. Это говорит о точности глаза. Но наши ребята сегодня будут соревноваться несколько в другую игру. Им главное попасть в самую середину. Для чего ты сегодня участвуешь в соревновании? Чтобы выиграть. Что показать? Меткость. Ну покажи, что ты можешь. Получилось? По-моему, прямо в десятку. В этих соревнованиях наверняка главное самоутвердиться в своих способностях, собраться и показать, что ты можешь даже в таком незнакомом для себя виде спорта. Мы тренируем детей на детской дворовой площадке. Помимо футбола и хоккея, мы развиваем и другие виды спорта. Поэтому мы детей на протяжении 2 недель готовим к соревнованиям. Стрельба из электронной винтовки и дартс развивает как раз меткость, координацию, оценку динамического тремора у детей. То есть главное эти качества, которые мы развиваем. Ну а лучшие результаты показали ребята более подготовленные. В стрельбе из винтовки команда военно-патриотического центра «Граница». А по дартсу – сборная команд «Грант» и «Дружба». Таковы были главные события уходящих 7 дней, интересных и плодотворных выходных. С праздником, с Днем народного единства. У меня на этом все.